Здравствуйте, самарские водители и пассажиры! Каждый вечер на телеканале ГИС мы будем информировать вас о планируемых дорожных работах на оживленных участках улиц. В эфире дорожный прогноз на предстоящие выходные. Сегодняшней ночью и вплоть до понедельника активные дорожные работы будут вестись на улице Ставропольской. В основном весь объем ремонта будет приходиться на вечерние и ночные часы. Однако пути в объезд Ставропольской лучше для себя обозначить. Здесь много техники и рабочих, и трудно проехать. Также на все выходные в планах у дорожных бригад асфальтирование улицы Енисейской. Особый акцент будет сделан на перекрестке Енисейская-Елизарова, Енисейская-Строителей и Енисейская-Путейская. Работы здесь будут вестись до понедельника. Сегодняшней ночью предстоит работа для дорожников на улице Красноармейской. Эмульсионно-щебеночной смесью будут покрывать участок от улицы Самарской до улицы Урицкого. А завтра рабочие будут асфальтировать участок от братьев Коростелевых до Урицкого. Тем, кто сегодня никуда не собирается, а собирается ехать завтра, информация по участкам с возможным затрудненным движением. Здесь будет проводиться заливка трещин в дорожном полотне. Октябрьский район будет охвачен ремонтным фронтом на улице Мичурина от Московского шоссе до Челюскинца. Завтра же трещины будут заливать на улице Советской Армии на участке от Московского шоссе до улицы Старозагора. В Советском районе пройдут те же ремонтные мероприятия на улице Антонова-Овсеенко от улицы Авроры в сторону Советской Армии. Это не создаст особых проблем водителям, разве что часть дорожного полотна будет временами перегорожена. И в том же районе трещины будут заливать на улице Промышленности от улицы Гагарина до Советской Армии. Продолжаются работы на Ракитовском шоссе. Здесь тоже будут заливать трещины в эти выходные. И в Промышленном районе затруднен проезд будет в субботу на улице Вольской, на участке от улицы Воронежской до проспекта Кирова. И последняя информация по оживленным улицам. Заливка трещин будет вестись на проспекте Металлургов от улицы Елизарова до улицы Каховской. И еще важное сообщение. Успешно стартовал проект ремонта внутриквартальных дорог. Всего за сезон в Самаре планируется привести в порядок почти 600 тысяч квадратных метров дорожного полотна на внутридворовых территориях. По сравнению с прошлым годом объем работ увеличился в 10 раз. Большинство из внутриквартальных проездов не ремонтировались никогда. С сегодняшнего дня мы будем делиться с вами информацией о проведении дорожных работ и в ваших собственных дворах. Работы уже ведутся в квартале улиц Аэродромная, Партизанская, Авроры, Промышленности. Номера домов, во дворах которых работают дорожники, вы видите ниже. Начались дорожные работы на придомовых территориях в квартале Карла Маркса, улица Старая Загора, Георгия Димитрова, проспект Кирова. Отследить свой собственный двор вы можете, посмотрев на плашку внизу экрана. Все дорожные работы внутри кварталов будут вестись в течение нескольких дней. В эти выходные ремонтные работы затронут и квартал улицы Аэродромной, улица Мариса Тореза, улица Революционная, улица Дзержинского. Квадрат квартала Старый Загора, проспект Карла Маркса, Нововокзальная 22-го подъезда также с этих выходных будет занят дорожной техникой и рабочими. Посмотрев на титры внизу, вы можете проследить, в планах ли на ближайшие дни ваш собственный двор. И если таковое там обнаружится, убедительная просьба – не оставляйте личный транспорт под окнами, не затрудняйте работу дорожников. И помните, ремонт дорог будет проводиться гораздо быстрее, если вы изыщете возможность объехать ремонтируемые участки дорожного полотна. Удачного вам пути! Новая информация в понедельник в это же время.